Ну вот вышел новый замечательный альбом «Искусство в России», 2010 год. Я вот хочу вам подарить его. Вот сейчас подпишем. «Искусство в России». Свежий выпуск. Я вам рекомендую его посмотреть. Он находится в книжных магазинах. Можно посмотреть на сайте моем, где его купить. В принципе, очень хорошая полиграфия. О, как красиво. Так как моя живопись сложная, она такая просто как квантовая живопись, я называю. Она, конечно, начинает себя проявлять на больших фотографиях, при хорошем качестве, вот на больших постерах исключительно получается. А маленькие фотографии, конечно, теряется все. Потому что живопись нетрадиционная по технике исполнения, по пластике. И поэтому, чтобы понять, рассмотреть, конечно, нужно вот хорошего качества полиграфии. Неплохая, неплохая. Вот рыбы, степь, городской пейзаж, березы, такие осенне-зимние. Вот замечательный золотой лес. Большая картина 2 на 3 метра. Ну, практически полная абстракция. Совсем свежий альбом вышел. Он вышел в марте 2010 года. С помощью правительства России, Академии художеств помогала выпускать это. За границей сделан, в таком боксе. Вот, вот. Тоже мы подпишем. Издательство Мос Медиа Групп такое выпустило. Но это лучшее на сегодняшний день по полиграфии, по представлению. Вот. Здесь и поддержка с помощью вот наших деятелей, каких-то вот министров, министр иностранных дел, министр культуры. Здесь, конечно, собраны все известные художники. Здесь есть французские художники, а вот наши художники. Вот там и Церетели, без него никак нельзя. Там Салахов, многие известные художники. Вот мне тоже удалось попасть вот в этот альбом. Вот начинается экспозиция с этой картины, большой, опять же, «Золотой лес» называется. Здесь вот автопортрет, все выдержано в серебристой гамме, очень экспрессивный. Здесь вот эти, опять же, руки как грабли или как крюки. Хотя это воспринимаю не как оскорбление, это грабли, это вообще, с моей точки зрения, самый красивый предмет. Вот зеленый лес, осенний лес. Вот. А это монохромные картины. Вот монохромные. Вот это красный лес. Это городской пейзаж. Здесь какие-то дома просвечивают сквозь дымку. Как бы сказали, смог англичане. Вот. Опять вот видите, портрет этот женский. Это мой любимый. Городской пейзаж. Московский. Такие вот двух-трехэтажные дома, среди них деревья. И вот цветы, да. Вази синего цвета. Ну вот такой альбом, в общем, тоже я вам рекомендую. Он продается в Москве, в этих больших магазинах. Ну, можно посмотреть на сайте, где, как, что. Очень хорош для подарка. Вот художник, вот тоже известный. Еще он не успел, правда, дожить, он 2 месяца назад умер. Вот, поэтому никогда не рекомендую на обложку картины, потому что эта картина может быть стать последней. А Сергей Кузин, да, это художник.